От совхозного информбюро. Проходите сюда, пожалуйста. Мы на одной взятой стране, ой, не стране даже, на одном вот огромном. Мы просто не отходили от варианта. Это же как замечательно. Мы же прекрасно понимаем, что в том, что как мы жили раньше, да, есть много хорошего, и мы это все хорошее привели сюда. И для себя мы расширили его. Да, расширили. Со всеми возможностями, которые есть. Поэтому мы очень рады, что вы к нам приехали. Вас в 5 часов ждет отец Николай. Это в нашем храме. Да, вот. После этого... У нас здесь все свои, У нас все свои, все любят друг друга, все переживают друг за друга. И именно поэтому мы, наверное, и достигли тех результатов, которые есть. Вот. Потом вам покажут парк. Потом, соответственно, вы посмотрите музей клоунов, и у нас сегодня болящий кончик. Это тоже Вячеслава Гадинина. Ну, вы должны прямо молиться на Рудинина. Дай Бог ему здоровья, дай Бог здоровья. Ну, вы живете город в городе, конечно. Не только город в городе, а вот такая огромная страна, которая сужается. И вот здесь кусочек в большущей стране, которая фактически разрушилась. Да. У вас такое чудо. Значит, нам очень действительно повезло. У нас власть, которая есть здесь, да, потому что я как бы представитель власти здесь, и градообразующее предприятие, директором которого является Павел Николаевич, мы вместе. То есть я работаю здесь с 91-го года, но не все время во власти. Я работала в школе. С 9-го года я глава поселения. И фактически получается, вот с 91-го года мы все вместе вот решали одну и ту же задачу. Вот если говорить о Советском Союзе, то тогда всегда было так, что на территории было большое предприятие, которое, собственно говоря, смотрела, не смотрела, помогала всем. Вспомните, 6-е детские сады, больницы, да, все остальное. Да, да, да. У меня папа, я сама из Донецка, у меня папа был начальником цеха Донецкого металлургического завода, у них была школа в 6-е, детские сады в 6-е, все остальное. Естественно, содержать все это на бюджетные деньги просто невозможно, никакого бюджета не хватит. И помогали всегда предприятия, и предприятия контролировали. Вот это та же самая система здесь осталась. То есть у нас точно так же, как и в те советские времена, есть предприятие, которое является шефом всего, что здесь находится, и, собственно говоря, всем помогает. Но, естественно, надо отдать должное, что у предприятия очень хорошо развита социальная политика, потому что своим работникам они помогают очень здорово. У нас нет платных кружков, у нас нет платных секций, у нас все работает бесплатно. Для детей, для взрослых все работает бесплатно. У нас бесплатная медицина. Даже за бахилы у нас не платят. У нас тоже сейчас. Ну, у нас никогда этого не было, поэтому это самое. В школе у нас не собираются деньги на охрану, не собираются деньги на питание. У нас даже фитнес-центр бесплатный есть. С тренажерами совсем на свете. Туда ходят взрослые, все занимаются, но мы это содержим за счет бюджета. А здесь... вот общественные организации какие у вас есть, кроме Совета ветеранов? Нет, у нас есть общество «Дети войны». Так. Причем мы его создавали целенаправленно. Мы не дождались, пока его создал район, потому что, по идее, надо было дождаться, чтобы создал район. Мы не дождались этого момента. Мы его создали, это общество вошло непосредственно в областную организацию. Но это позволило через совет депутата проводить доплату. Придется нам ехать в колхоз. А то вы обратно. Возьмете нас? У нас свою не хватает. Передать огромное спасибо Грудинину. Скажите, что ветераны Москвы его любят, что мы следим за его выступлениями, за его работой, благодарим его за все. И сейчас очень благодарны, что мы побывали при социализме. Мы увидели все это, ощутили, прошло через сердце все. И желаем ему здоровья, здоровья, здоровья. В Новый год, чтобы у него было все прекрасно, чтобы все невзгоды ушли в сторону. Он нужен людям, он для людей, он рожден для добра. Для людей, и мы надеемся, что наши дети будут жить при социализме, в дальнейшем при коммунизме.